Ага. Чуть погромче можете говорить? От сахара, сахарные зубы. Зубы, да? Ага, зубы. Ага. Давление. Еще какие болезни. Вот опухоль на этом головной мозг, да. А, рак головного рак мозга был. Мозга тоже лечится. Да. Сейчас она живет даже доктора. А врачи удивляются, как это так? Она должна была умереть давным-давно. Как она живет? Вот так спросили. А сколько месяцев назад начали давать на рак головного мозга? Уже год она пьет. Год пьет, да? Угу. Сейчас ее с учета сняли, день, да? Каждый день звоню. Ага. Отсюда вот тоже звоню. Спрашиваю, как у нее дела. Угу. Хорошо говорит. Хорошо говорит. Она сама ходит. Уже? Ага. Ага. И слава Богу, ее жизнь сколько даст, куда и дала. Ага. Енді үлкен 780-ге келген кемпір бол. Ага. Да, вы что? От груди она мастопатия, это есть, да? Да. Они тоже вылечились.